Ми автомобіль купили. Не работает или что? Только что папочка нас пригнал его. Будет съезжать. Ай, скажи привет! Мы такие довольные тут все. Поехали. Как слоны после дождя, говорят. Сейчас выгрузим все с него. Пойдем туда. 15 тысяч рублей отдал за него. Это на гривны, чтобы понимать, приблизительно 5 тысяч рублей. Гривен в хорошем состоянии. Этот движок после капремонта. Ну, короче, мы довольны. Мы наконец-то теперь сможем ездить везде. А теперь я. Теперь что, папа, хвастайся. Это ты по хлебу? За 9 лет купил себе автомобиль за 480 долларов. Я уже цены рассказала. Поедем, поедем. Дети в восторге. Мы поедем мыть его. Сейчас папа все это и поедем мыть его. Купать поедем. Это, короче, пошли по хлеб, вернулись с авто. Да. На самом деле, очень-очень хотели автомобиль. Очень-очень-очень. Думали, как, где, что. Вот, а приносит нам сегодня объявление Алена, которая здесь живет, у которой мы поселились. Я сегодня молился утром в Иркутске на остановке, просил Бога автомобиль. Вот, и нам объявление приносят, говорят, звоните. Так, Сашунька, Сашуня, автомобиль приехал, ты слышишь? Ага, теперь ездить будем. Ой, скажи мне не до автомобиля, мне мама, скажи, на руки меня возьми. Ой! И вот, поехали, сразу договорились, купили. Расскажи хоть в каком состоянии, в двух словах, а то я выключать буду. В двух словах. Автомобиль в хорошем состоянии. Здесь багажник не поржавевший. Вот здесь нужно покажи, переварить. Покажи его, покажи нашу куколку. Вот тут нужно переварить. Ну, понятно. Вот чуть-чуть. А так везде все целое. Довести ее до старенький. Тока. Правда, вот тут сидушечка. Поставить вот чехлы. Чехлы. Машина вообще 75-го года. Ну, а это итальянская сборка. Вот, нормальная ходовая, перебрали полностью капиталку, двигатель сделали. Ты для кого рассказываешь? Ты для кого рассказываешь? Для автомобилистов? Для всех. Ах. Вот. Это машина наша. Аминь. Это все будет новое. Пока. Пока. Что ты там делаешь? Такой сосредоточенный. Проверяет, все ли в порядке. Да, вы уже сидите? Да. Нравится вам, ребята? Да. Сейчас меня здесь даст одного мальчика. Танечка, забирайся. Я же говорю, дай на задний этот сидеть. Первая наша поездка всей семьей. Забирай. Ну что, гоу, держитесь. Правда, здесь нету этих зеркал заднего вида. Я могу все покупать. Машинка старенькая, но... Это лучше, чем ногами тёпать. Выключи! У папы мальчишество разыгралось. Касаетесь. Что? Смеёшься? Старенький. Хотелось, конечно, себе чего-то покруче, но прав нету по селу гонять пока что, на речку где съездить, по грибы, потому что все приходится пешком, за милую душу пойдет. А там его подделать немножко, да, можно ездить и ездить на нем. Еще скажи... служить будет и служить. Вложить в него 1050, купить новый двигатель и перебрать когда будет. А тут же двигатель с капремонта. Ну его ж все равно. Ну все, обкатку сделали. Пока! Поздравляю нас с новой покупкой автомобиля. Ура! Зеркал нету, ничего нету, не вижу ничего. Кто там сзади, где там спереди? Что, первый наш выезд на природу? Да. Да? Да, поехали.
поездка уже, а не поход на природу. Да, уже наконец-то уже поездка. Правда? Да. Поход, а теперь поездка. Все, пока. Пап. Так необычно тебя в роли водителя видеть. Прям вообще крутой сразу стал. Дядька. Да. Жо, пригласишь меня в салон? Просим. Спасибо. Ой, а мы книжку мама взяли для того, чтобы... Ногами держи. Мы мама книжку взяли для того, чтобы меня вот что-то закрепили. О, не взяли книжку, чтобы узнавать папу. Будем Алене звонить. Ну все, путь дорожку на шаманку.